перший гість, який завітав до нашої студії. Так, рано, ми дуже раді. Олександр Скібельський – це пастор і це співпрацівник школи Біблії. Доброе Чи щось утро. Не доказали, Олександр? Просто хотів зі всіма поздороватися, пожелати всім хорошої суботи, доброго утра. І ми вітаємо вас із Днем Надії і з такою особливою, красивою такою датою, яка сьогодні дає нам змогу говорити більше про школу Біблії. Да, в центрі уваги у нас буде протягом цього марафону буде школа Біблії. Да? І ми б хотіли більш детально, щоб ви нам розповіли взагалі мета школи Біблії, як багато у вас дописувачів, як багато людей цікавляться. І чи дійсно у вас є така проблема, як ми анонсували, про те, що бажаючих стало більше, а змоги, можливості забезпечити. Дійсно стало набагато меньше. Хорошо, мы про все это поговорим. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы поздравляете нас с этой прекрасной, красивой датой 25 лет. Я, кстати, хочу сказать, что я был один из первых учеников школы Библии. Да, тогда она называлась заочная библейская школа. Это было в 1993 году. Угу. Тобто ви від Витоків, так, Олександр? Да. Ви від самого початку, від Витоків, так? Да, мне тогда было 15 лет, и я начал писать письма, мне приходили уроки, и это были мои первые опыты изучения Библии, опять же, с помощью школы Библии, с помощью заочной библейской школы. Хочется подкреслить для наших глядачів, що дивіться, може ось так початись для юнака у 15 років. Да. Ну, такий складний вік, сказав би хтось, можливо. І слава Богу, на сьогоднішній день ви служитель. Да. Слава Богу. Да. Ну і конкретніше... Діяльність школи Біблії, да, діяльність школи Біблії. Можливо, хтось як із наших глядачів не да? знає. Давайте я немножечко розкажу статистику. Да. Будь ласка. Смотрите, общее количество студентов, тех, кто писали нам и кому мы высылали уроков років? За 25 лет, 84 303 человека. Ну, така кількість дуже вагома. Не все из тех, кто нам писали, прошли полностью до конца все эти курсы. Выпускников, тех, которые... Дошли до конца. Довчили, самые старательные. 25 673 человека за 25 лет. То есть это тоже довольно внушительная сумма. Ой, цифра. Ага. За 25 лет. Да? 25 тысяч за 25 лет. То есть каждый год тысяча человек в год заканчивает. Доходить до кінця, закінчують уроки. Угу. Олександра, можна одне таке логічне питання? Скажіть, така велика цифра заявлена була одразу, тобто чомусь люди не доходять до логічного завершення, я не знаю, там, не доучують до кінця курси біблійних уроків. І чи є якась причина вагома? Якось це пояснити можна? Причины могут быть разные. Некоторые люди, ну, на самом деле это связано с дисциплиной определенной, потому что мы высылаем уроки не сразу комплект, да, а сначала первые, допустим, два урока по урокам высылаем. Человек должен прочитать, дальше заполнить, там есть тестовый листочек, отправить нам, потом мы присылаем ему следующее, и не всем хватает просто дисциплины это делать регулярно. Какие уроки есть зараз? Какие уроки есть у вас зараз? Сейчас у нас есть... Что вы выцеляете людям? Да, сейчас у нас есть... Пока новые не анонсуем, а просто те, что вы уже выкористовали. Да, около 10 уроков. Большинство уроков это уроки по изучению Библии. Удивительные уроки, факты, удивительные да? факты. Да. Украинские дивовижні факты, да? Дивовижні факты украинскую мову. Да, Discover. Уроки Discover. Это тоже уроки тематические. Покажем на камеру. Тематические уроки по изучению Библии. Это молодежный формат? 26 уроков. Нет, это уроки, в общем-то, для широкого круга людей. Угу. Просто они такие яркие, красочные, для того, чтобы было интересно изучать Библию. Так, есть уроки сила відродження. Здесь больше текста, меньше картинок. Это для тех, кто любит читать. Да, тех, кто любит читать. Да. А Discovery, мабуть, навпаки, да, я так зрозумію? Для тех, кто любит картинки смотреть. Ну, да. Но там тоже очень много полезной информации, на самом деле. Уроки по изучению, конкретно книги Даниила. Я эти уроки помню. Да, они довольно такие уже старые. Они користуются попытом? Да, их выписывают, их спрашивают, да. да. По пророцтвам. Друзья, это по пророцтвам. По пророчествам книги Даниила, да. Про майбутнє, що Біблія нам говорить про наше майбутнє. Прошлое, думаю, настоящее, будущее. Так, у вас есть семейные, бачу. Да, есть семейные уроки, когда любовь возвращается домой. Уроки по семейным отношениям, потом, как строить семью, библейские советы, тоже принципы. Тоже да, люди выписывают уроки, интересуются ими.
уроки для молодежи, 8 уроков. Как она называется? Называется «Формула жизни». Угу. Тема «Подружись с собой», что значит дружба, подготовка к браку, цели жизни и так далее. Угу. Вот. Дитячие есть, да? Детские уроки, да. «Перлинка небесна». «Небесная жемчужинка» или «Небесная перлинка». Угу. Я, кстати, по каждому уроку не говорю, но большинство из этих уроков есть и на русском языке, и на украинском. Да. «Небесная жемчужина», уроки для детей, вот такие о сотворении мира, о рождении Сына Божьего. Новый якийсь оцей комплект? Это уроки об эмоциях человека, о чувствах человека, да, чувства и эмоции. Психологичные такие, мабуть, да. Так? Чувства и эмоции в Библии и жизни человека. Очень много людей интересуется. У вас дуже великий такий спектр, да. Але давайте зараз выделимо три, на які ми будемо збирати кошти. Ми анонсували, казали, да, що у нас будуть три комплекти уроків, які ми будемо збирати кошти. Це «Я верую», да? Да. Будь ласка, детальніше розкажіть, что это за у нас за... Почему мы как бы выделили уроки веры? Так. Потому что на сегодняшний день они пользуются наибольшей популярностью. Такая... Их 33 такие урока, 33 обсяг. Урока, и они рассказывают об основных таких темах, которые сегодня интересуют христиан. Они адаптированы для украинского читателя, ну как сказать, читателя. Для украинского языка. Да, для есть и на украинском языке, есть и на русском. Я так дивлюся, навіть по шрифту, трошки навіть до православного такого, да, мабуть, культуры. Да, да. Потому что у вас такие шрифты. И здесь цікавий. Тематика, вот молитва «Отче наш», писание и предание, символ веры, ангелы и бессмертие. Вони у вас користуются попытом, заказывают их? От... А их больше всего заказывают. Потому мы зараз выделяем самых. Их больше всего заказывают. Mm-hmm. И именно почему мы их выделили, потому что они заканчиваются. Ага. Mm-hmm. А сколько коштует от взагалі комплект? Комплект уроков, ну, разных уроков не, по-разному. Ну, мы говорим про наші, про «Я верую». Наприклад, людина захоче, каже, я хочу проплатити от один комплект, тому що, друзі, уявіть, да, ви проплачуєте комплект, це значить є можливість одній людині вивчити істину, познати, пізнати нашого Господа і, можливо, прийняти важливе рішення, як колись Олександр прийняв це рішення, да, бути з Господом. Да. Мається інформація, чи пізніше нам кажуть? Комплект цих уроків стоїть около 100 гривень. Но, один? Да, на самом деле, себестоимость печати цих уроків 80 гривень, но если считать конверты, считать марки, то там до 300 гривен иногда доходит стоимость некоторых уроков. Ну вот эти уроки, их больше. Больше нужно конвертов, марок, чтобы их выслать. И я думаю, что чуть попозже, когда будем более подробно говорить об этих уроках, я думаю, скажут подробнее о том, сколько они стоят. Вот. Но да, примерно, да. Примерно себестоимость печати где-то около 100 гривен плюс почтовый расход. Хорошо, мы говорим про собівартість, да? Да. Добре, а це у нас нові уроки? Это новые уроки. Уроки щоденник реформації. Они приурочены к 500-летию реформации в Европе. И эти уроки... Это взагалі нові. Это уроки вообще новые, и по большому счету, скажу честно, эти уроки напечатаны, вот эти комплекты напечатаны на принтере, потому что их еще даже нету в печати. То есть мы просим, чтобы наши ангелы, наши партнеры помогли стартовать эти уроки, потому что уроки мы высылаем людям бесплатно, то есть наши ученики и студенты получают их бесплатно, но, как мы здесь уже сказали, для нас, для школы Библии, печать этих уроков стоит определенный день. И буквально несколько слов про третий комплект. Третій комплект – це дітські уроки, дивовижні пригоди. А ще одні, да, дитячі? Да, крім ще перлинки? Вони дуже яркі, тут є лабіринти, ребуси, загадки і на різні важні біблійські теми, але подача їх дуже така дітська, інтересна. Вот. І ми ці уроки теж хочемо їх зробити більше, більше їх рекламувати, щоб наші діти також могли підписуватися. Я, кстати, небольшу статистику ще хочу сказати, якщо нам дозволяє час. Ви підготувалися? Да. Дуже коротко, будь ласка. На даний момент, вот сейчас, у нас студентов около 3300 человек. Из них детей от 7 до 13 лет 650 человек. То есть дети пишут письма, дети любят писать письма. Детям нравится написать на бумаге рукою письмо, положить его в конвертик. Здавалося бы таким получить якимось старомодним. Да, да. Знаете,
своей рукой здесь подгадывать ребусы, угу, пройти все лабиринты, угу, написать такие, ответ нам, отправить угу. его в конверт и отримати і получить ответ. Ми дуже дякуємо вам, Олександр. Нам дуже приємно. Ми нагадуємо нашим глядачам про те, що це три комплекти уроків, які ми зараз будемо протягом всього дня анонсувати і збирати кошти. Це урок «Я вірую», щоденник реформації і картка, як так. називається? Дивовижні пригоди. Дивовижні пригоди. Будь ласка, якщо у вас є бажання підтримати цей проект і ви бажаєте перечислити кошти, то, будь ласка, ви будете мати на екрані, бачите наші атрибути, куди можете перераховувати. І обов'язково робіть помітку, на які уроки ви хочете зробити при вашому переказі точно. Грошей. Точно. Я хочу на урок «Я вірую», на щоденник реформації або на дивовижні пригоди.